безопасное поведение на дороге. Пристегивайте маленьких пассажиров и сами пристегивайте. Все. А расскажи нам, пожалуйста, 14 лет, где ты можешь кататься на велосипеде? Можешь, правильно. Можешь, и не мешает движению пешеходов, да? Правильно, не бойся. А где ты еще можешь кататься? На дороге, да. А как ты у нас переезжаешь по пешеходному переходу? Я смотрю, у тебя наклейки, да, есть на велосипеде световозвращающие, а сам на одежде ты их используешь, потому что вот на улице тепло, да, солнышко, а мы смотрим, ты во всем черном. А я не ем. Ты только утром, да, катаешься в дневные часы, вечером ты не передвигаешься на велосипеде. У нас в регионе проходит акция «Внимание, дети». Это на каком смысле? Связано это с тем, чтобы привлечь внимание взрослых к безопасности детского травматизма на дороге. А в парке можно кататься на велосипеде? В парке можно. А на дороге? Нет. На дороге нельзя. Почему? А почему нельзя на дороге? Машинки там. Машины там ездят, да? Молодец, правильно. А какой свет нельзя ездить, переходить дорогу? А классе нельзя, а зеленый можно. На зеленый можно, да? Но надо держать взрослого за руку. Да, обязательно, да, держите за руку. Для нас эта акция на самом деле значит очень много, потому что по телевизору очень часто показывают новости, в которых очень часто гибнут дети, и от этого становится очень больно, что взрослые допускают такие ситуации. Поэтому мы хотим хоть как-то внести свой вклад в предотвращение данных происшествий и хотим сделать этот мир лучше. Если ты переходишь дорогу по пешеходному переходу и загорелся зеленый сигнал, как ты будешь переходить? Я встану, возьму и пойду. И пойдешь. А смотреть по сторонам не будешь? Смотреть по сторонам. Правильно. Даже если загорелся зеленый сигнал, ты все равно посмотри по сторонам. А для чего это надо делать, как ты думаешь? Машину не задавил. У нас же есть водители недисциплинированные, да? У тебя зеленый горит, а для них красный. Они возьмут и продолжат движение. Если машина, сразу пристегнуть. На велосипеде катается? Да. Вот, тем более катается на велосипеде. Проводите инструктажи. Они одевают наушники, да? Капюшоны.